Хорошо у нас получилось. Все, записывает. Все, это в эту решил уже все. Да, отформатировал. Готовлюсь спать. Карту отформатировал. Карту отформатировал и все, пошла запись сразу. Пошла запись, да? Да. Я спать ложусь. Давайте с Богом. Ой. Сейчас уже 21:23. А то я ночью смотрю на эти часы, очень удобно. А тут вот смотри, какое у меня одеяло. Хорошее одеяло. О, еще оно сползло. А потом второе вот это вот синтепоновое. А потом покрывало. Я вчера даже еще вон то наложил. Ой. Дай-ка я сюда ее. Вот это как-то бы надо натянуть все на себя. Там с кошки я посадил, она кричит, я посадил в банку, он в ту затащил. Видишь, сегодня сделал. Мне голубей туда сажать надо было, когда тех выбираю. Опять у меня один улетел. Кошки со всех сторон как кинулись. Я сачок сделал, потом тут давай опять вешать покрывало, все закрывать. Темно создать. Ну и все. О, что-то оно у меня тут запуталось. Спину не закрывает. Главное тепла сейчас нагнать надо. Ой. А не холодно, 13 градусов у нас. Ну, к утру-то, я думаю, меньше будет. Меньше, меньше. Все. Я сейчас со всеми вместе помолился. Мне сегодня раза 3 или 4 пришлось считать. Некому считать, одни сестры. Ну и просят прочитать молитву-то. Хороший день был, просто прекрасный. Особенно вот когда я выпустил этого, а этот кидается, я взял доску, доской замахнулся на урагана, чтобы прогнать. Не могу выпустить его, а уже тот на наморднике. Как этот выскочил, как пошел скакать там по снегу, этот за ним, на перехват. А он не смотрит, вот этот вот верный. Он вообще на того не глядит никак. А тот хулиган рычит, хватает. А еще намордник, он тыщет намордником, а укусить-то никак. А я стою, ну до того смешно. Взял, руки-то замерзнуть, я бы поснимал. Можно поснимать, когда я буду это выпускать. Это очень даже интересно. Ну все, пока. Отошел. С Богом. Ага. У меня тут компьютер. Сбой случился. Вот брат один мне, Алексей, помог, Загуляев. Заново мне все делает, систему эту. Ну, вот так вот, в принципе. Слава Богу за все. Аллилуйя.